Всем привет! Сегодня хочу вам показать вот такой блок новый. В принципе, он как все остальные мои предыдущие стандартно, за исключением, что здесь рукоятка, которую я позиционирую как шаг винта, к примеру, да, она выполнена с кнопкой. По желанию заказчика, вот кнопка есть. И получилось, что для того, чтобы можно было завести провода к этой кнопке, пришлось использовать такую же механику, как на руде. То есть это механика, которая позволяет прокладывать провода внутри штока, чтобы они не телепались снаружи. Ну, а так, в принципе. Принцип тот же самый, как и на всех предыдущих. Есть также один энкодер, который нажимается и как кнопочка тоже. Тумблера, кнопки, двухпозиционные переключатели без фиксации. Все, всем пока.